Ты чего? О, еще один вертолетчик. Ё-моё. Сейчас мы его... Сейчас вот... О, сколько? Два вас? Они слишком ли жирно, ребята? Сколько вертолетчиков летит на меня? Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Давайте поиграем, схватка с боссом. Выберем наш танк. Танк мы возьмем Титан. Самый такой... У меня самый крутой на сегодняшний момент. Так, играем в лето. Угу. Удар грома летит. Едет. Угу. Надо нам вот здесь встать. Аккуратно. Мимо. Есть попадание. Второе. Третье. Готов. Готов, ребята. А, следующий танк. Этот нехороший танк. Ё-моё. Ладно, сейчас попробуем... Как-нибудь вот здесь встать. Раз. Два. Три. Так, с трех ударов. С трех ударов мы его уничтожили, ребятушки. Нам надо заработать 780 монет хотя бы. Ну, где-то хотя бы монет 700 точно. Поэтому мы будем их, всех этих танков уничтожать. Готово. А, три танка уничтожили, четвертый едет. Кнут. Ну, этот, в принципе, несложный. По идее. Раз, два, и еще третий удар. На, готов. Готов. Вертолетчик едет первый. А, гонец ада. Ё-моё, раз удар. Тихо, не надо меня обстреливать. Сейчас он назад поедет. Оп. Готов. Есть, уничтожили. Хорошо, прям кучу мне дали. И сразу же следующий едет, бомбардир. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот этот опасный. Вот этот опасный, ребята. Он выкидывает свои штуки такие нехорошие. Так, ну вроде бы принесло. Так, готово. Ой-ой-ой-ой, удар был. Так, есть еще один удар, пожалуйста, есть. Уничтожили мы его. Ну вроде бы пока все идет нормально. Лазерная пасть. Вот этот вот тоже опасный чувак. Надо главное подъехать. Правильно. Так, попал, нет в него. Есть удар. Так, следующий. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям нехорошо я стою здесь. Он прям в меня может попадать. Так. Ну ладно. Более-менее, ребята, мы справились с ним. Давайте подлечимся. Подлечимся сразу. Так, вот этот надо мне отсюда стрелять. Ё-моё. Два раза не попал. Ох ты, попал в меня. Гад, а. Ладно, я тебе сейчас буду снизу стрелять. Нет. Куда? Давай вперед. Ох ты. Ой-ой-ой-ой, нехорошо. Ты вроде бы такой слабый танк. А в меня стреляешь прям. Нормально жизни поотнимал. Вроде бы он слабый танк, а. Так, идет дальше. Ну вот вроде бы... Тоже такой. Просто нехорошее место я как-то стоял. Получается. Но. Я не попадаю, потому что он слишком близко стоит. Ё-моё, вообще место плохое. Давайте съедем отсюда. Уедем. Раз. Два. Три. Четыре. Есть, готов. Готов. Вертолетчики. А, нет, не вертолетчики, еще потом следующий пошел. Легион. Этот будет здоровый такой стрелять штукой. Ё-моё. А, нет, этот стреляет прям... Дай бог. Дай боже. Да, не смогли мы с вами, ребятушки, к сожалению, заработать 780 монет. Сколько заработали? 450. Блин, дофига не заработали. Ладно, давайте поиграем в классику. А так, в пустыне. Поедем на нашем Титане. 4600 у нас монет. Сейчас посмотрим, можем добить до 5000 или нет. Навряд ли, конечно же, добьем до 5000. Но попробовать надо, ребята. Попробовать все равно нужно. Так, тихо. На. Вертолетчик. Есть, готов. Удивительно, так мы его уничтожили, кстати. 4600. Так, раз. Есть, готов. Второй готов.
Ох ты, слушай, чувак. Как ты здесь очутился? Едем дальше, ребята. Вот этого сейчас будем уничтожать. Так, чё, где кого? Вертолетчик должен появиться, по идее. Опа, вот вижу, вижу, вижу. Есть. Так, следующий. Готов. Вот это так, два танка. Так, идет босс. Босс у нас, босс едет. Армада. Это стреляет несколькими ракетами. Если я не ошибаюсь. Но надо его не допустить как себе. Все-таки успел он выстрелить, да, нехорошо. Но здесь у него этот самый есть. Подлечиться можно будет. Да, шапочку мне, конечно, не вернут. Каску. Ну и ладно. Ага. На, получай, следующий. Обстрелял меня немножко, гад. Так, второго я стрелю. Тихо. Держи. Так, вертолетчики, друзья мои. Ребятушки. Как же мне... Встать надо. Хорошее место. Есть. С одного выстрела. Хорошо. Так, ой, это нехороший чувак. Надо отъехать. Вот в это место встанем. Примерно. Ждем. Но он должен проехать. По идее. У него танк замечательный. Проезжает везде. Да, проехал, уже меня ждет. Смотри, но он медленно как-то ехал. Гад. Еще меня выстрелил. О, монетки, монетки. Хорошо, хорошо. Так, давайте, отъезжайте сюда подальше. Ой, да сколько вас много. Еще и это, вертолетчик прилетел, господи. Вот. Гады, а. На. На. Тихо, нет, сейчас он будет лететь. Попаду я в него, нет? Есть, попал. Так, подлечимся сразу. Так, немножко. Подлечились. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет. Этот танк нужно нам ждать. Опля, готов. Так, и следующий такой же самый танк едет, смотри. Такой же танк. Получай. Следующий вот эта вонючка едет. Вообще конкретная вонючка. Получаешь урон или нет? Тихо. О, убил. Попал в него, прикинь. Офигеть. Так, такие большие холмики, танки маленькие проехать не могут. О, вертолетчик. Хорошо, что он не успел выстрелить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ты чё такой резкий, а, быстрый? Ну, если не будет быстрый и резкий, он, конечно, он понимает, что я его щелкну. Ладно, это придется. А на абордаж брать. Не. Босс. Угу. Кнут. Так, этот выстреливает такими ракетами большими. Но они вроде бы, на самом деле, не сильно много урона дают, я так понял. Ну, дают, но не особо. Сильные уроны. Сейчас подлечимся, будет все нормально, ребята. О, почти что соточку. Почти что соточку подлечились мы. Так, тихо. О, два вертолетчика, прикинь. Обстреливает меня. Вообще это по-честному так, а? Честно вы так считаете, вдвоем лететь на меня? Командой такой. Так, а у нас уже 4800 монет, 4800. Скоро 5000 будет. Соберем, ребятушки, откроем луну. Будем на луне с вами воевать против танков. Но луна дорогая. 7000 монет стоит. Офигеть. С ума посходили, 7000 стоит. Тихо, тихо, тихо. Так, что ж мне делать? Тут вас так много. Ой, так, ладно. Сделаем, поступим по-другому. Будем уничтожать вертушку. Отъедем. Подлечимся.
Так, этот мы уничтожим. А этих я не знаю, как ребят уничтожать. Пускай они заезжают сюда. Так, тихо. Есть урон? Ну, давай, давай, ближе. Подъезжай, подъезжай. О, да, урон есть. Сейчас я немножко отъеду назад. Может быть, отъехать сильнее назад, и они подъедут. Поближе. Переедут этот выступ. Или нет. Сейчас посмотрим. Получилось у них, ребятушки. А-а-а, какие вы дурачки. Придется вот так вот напролом ехать и стрелять. Но они мне урон наносят конкретно. Но по-другому никак. Есть. Ты чего? О, еще один вертолетчик. Ё-моё. Сейчас мы его... Сейчас вот... О, сколько? Два вас? Они слишком ли жирно, ребята? Сколько вертолетчиков летит на меня? Ладно. Так, одного вертолетчика убили. На третьего. Ах, и этот меня уничтожил. Да, 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 бывает. Ну, сколько мы тут монет заработали? 227 монет. Я считаю, очень даже неплохо. Очень даже хорошо. 4895, почти что 5000 монет. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если ты досмотрел это видео до конца. Ой, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. Ну, пиши комментарии, передавай привет. Я тебе передам привет в следующем ролике. Всем пока-пока. До новых встреч.